снял шаровую, вот такой вот люфт болтается. Ну, попробуем его восстановить. Кому будет интересно, да, смотрите видео дальше. Вот, что будем делать? Снимать будем вот эти резиночки, вернее, вот эти колечки резиновые. Вот это верхнее, вот это вот. Поддев их отверточкой. Ну, то есть я вот так вот его поддеваю. Аккуратненько. Но перед восстановлением самой шаровой опоры хочу показать на схеме, что нужно делать, чтобы понимали, что происходит, вообще как происходит процесс восстановления. Вот на данной вот этой схеме указана шаровая, но она, конечно, другой конструкции. И так как у нас, ну, примерно то же самое, как бы суть не меняет, то есть шар с одной стороны второпластовая втулка, ну и с другой стороны тоже вот здесь вот она. Она здесь не указана, конечно, там видно небольшое такое кольцо. Вот. И при износе здесь вот возникает зазор. Вот здесь вот и вот здесь. И она начинает болтаться. Болтаться, ну как я показывал на видео. Что мы будем делать? При помощи тисков, при помощи сжатия вот этой части и вот этой, ну, то есть по кольцу там она идет, вот такое кольцо там. Мы будем поддавливать всю вот эту вот пластину, которая здесь вот указана, которая будет давить на вот этот шар. То есть и вот этот зазор, который здесь образовался в результате износа, он просто закроется и очень плотно шар сядет вот на эту полочку. Вот. Это мы будем проставлять вот сюда вот, и вот сюда вот такую трубу или головку. Очень удобно делать головку. Сейчас. Так, первый раз не получилось задавить ее сильно, потому что я использовал только один край. Сейчас вот нашел вот такую вот штуку через вот эту, чтобы здесь не торчало, не упиралось в тиски, и через головку. Головку на 18, вот у меня головка. То есть вот так вот сейчас все зажмем в тисках. Ну, вот так вот я зажал. Головка на 18, сама идет шаровая опора, втулка, ну и там еще у меня хвостовичок торчит. Я просто еще добавил дополнительное кольцо, чтобы не упирался в тиски. Вот, ну и начинаем давить. Крутим. Она задавливается потихонечку. Так, ну все, хватит. Сейчас надо посмотреть, что получилось. Так, лучше ее снимать, да, уже она уже стало потуже. Потуже. Лучше чаще снимать ее. Уже туго ходит. Уже продавить ее тяжело. Ну, в принципе, вот уже отлично. Вот я покажу, зажав станки вам. То есть вот она уже не болтается. А уже туго ходит уже. Вот. Я давлю и идет перемещение. То есть. И тоже, если кто так решит сделать, да, может быть, продлить срок жизни этой шаровой. Вот. Ну, кто будет делать, обращаю внимание, чтобы сильно не задавливайте. То есть сейчас я вам покажу. Так, откручу сейчас. На задней части образуется вот такой вот круг. Но он чуть-чуть продавлен, немножко продавливается. Самое главное, чтобы его сильно не передавить. Вот. Ну, в принципе, сейчас мне осталось поставить резинку. И можно устанавливать на машину. Вот. Ну, всем удачи в ремонте.